Вы на канале VIP, всерьез и понарошку. С вами Владимир, и я приветствую всех, кто зашел на наш канал, с удовольствием смотрит наши видео, ставит лайки и не забывает писать комментарии. Больше лайков, больше людей увидят этот ролик. Так работают алгоритмы YouTube. А свой маршрут мы начали от музыкально-драматического театра имени Аймаутова, бывший ДК «Металлургов». Ледяную горку уже построили, и, как мы видим, ребята уже ее обкатывают. Детей пока мало, день только начинается. От парка мы прошли через перекресток улицы Ломова и проспекта Назарбаева. Я думаю, многие из вас хотели бы взглянуть на Павлодарский индустриальный институт. Сейчас он называется Университет имени Торайгирова. Погуляем на территории университета и заглянем вовнутрь.
Что касается погоды, завтра, 25 декабря, в Павлодаре и области будет облачно. Температура воздуха днем минус 6 градусов, ветер юго-западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 759 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается падение температуры до минус 16 градусов. И в заключение хорошие новости. Закон, запрещающий лизать качели зимой, не прошел во втором чтении. Чечено-Ингушское кладбище по улице Ломова. Как сказал председатель Чечено-Ингушского центра культуры, здесь похоронены не только вайнахи, но и казахи, и татары. Торговый дом, ресторан, гостиница. Название всему этому – Эдем. Само название обозначает место, где царят радость и блаженство, где можно счастливо и безмятежно жить. Давным-давно, 80-е-90-е годы, в этом здании располагалась парикмахерская и фотоателье под названием «Улыбка», куда приходили с семьями и делали эксклюзивные фото на память. Название осталось еще с тех времен. До 1991 года в этом здании располагался монтажный техникум. Далее череда переименований, и только в 2006 году на здании появилось название «Инновационный Евразийский университет». Кстати, новоназначенный аким Павлодарской области Асаин Байханов – выпускник ИНЭУ. А это тренажерный зал, и, судя по вывеске, здесь еще и набирают группу в школу карате. А что касается карате, у меня для вас
есть небольшая информация. Представляем под ваши аплодисменты. Василий Станислав Максимович, черный пояс второй дан. Чемпион Кубка мира, Индонезия, город Джакарта. Масленников Кирилл Андреевич, черный пояс первый дан. Бронзовый призер Кубка мира, Россия, город Москва. Также серебряный призер международного чемпионата Куба Каямы, Испания, город Барселона. Слово для приветствия предоставляется президенту Республиканского общественного объединения Казахстанской организации Кикушинтай-Карате Назабегову Таджимурату Долбаевичу. Черный пояс, седьмой дан. Уважаемые ученики, уважаемые родители, рад приветствовать вас сегодня в этом зале на полугодовой аттестации Всекастанской организации Кикушинтай-Карате. Как вы знаете, я объезжаю каждые полгода наши казахстанские школы, их у нас 20 регионов, где занимается 37 тысяч человек. 25 лет назад, когда мы создавали Всекастанскую организацию, в нашей школе занималось всего лишь по Казахстану около 300 человек. 37 тысяч человек, не только детей, но и взрослых, сегодня совершенствуются, познают карате. Среди этих ребят находится и мой внучек Богдан, который также очередной раз подтвердил свой пояс. В нескольких метрах находится родильное отделение Павлодарской городской больницы номер 1. Когда заканчивалось строительство этого здания, под предприятий, в частности от алюминиевого завода, выделяли людей помощь строителям. В основном на благоустройство территории. Тогда я и не знал, что в этом родильном доме появится на свет моя кровинка, моя родная дочь. Городская больница номер 1. Перед вами здание поликлиники. Я не ошибусь, если скажу, что многие жители Павлодара обращались сюда за медицинской помощью. Многим из павлодарцев в городской больнице номер 1 делали операцию. Многих людей, выражаясь по-простому, поставили на ноги.